Аленький цветочек. Сергей Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. В неким царстве, в неким государстве жил богатый купец, именитый человек. Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писаные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. По той причине, что он был вдовец, и любить ему было некого. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была особой, лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 39 земель, в 39 царство, в 30 государство. И говорит он своим любезным дочерям: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за 39 земель, в 39 царство, 30 государство. И мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю. И наказываю я вам жить без меня честно и смирно. И коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите. И даю я вам сроку думать на 3 дня. И тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам захочется». Думали они 3 дня и 3 ночи и пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев желает. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга буремицкого, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтобы был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтобы было от него светло в темную ночь, как среди дня белого». «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец. Знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой венец, а и есть он у одной королевишни заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на 3 сажени, за 3 дверьми железными, за 3 замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны супротивного нет». Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга буремицкого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне туалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я свою красоту поднебесную, и чтобы, смотря с него, я не старилась, и красота моя девичья прибавлялась». Призадумался честной купец, и, подумав, мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный туалет. А и есть он у дочери короля персидского, молодой королевишны, красоты несказанной, неописанной и негаданной. И схоронен тот туалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, вышина той горы в 300 сажень, за 7 дверьми железными, за 7 замками немецкими, и ведут к тому терему ступени 3000, и на каждой ступени стоит по воину персидскому, и день и ночь саблею наголо булатную, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой туалет. Потяжелее твоя работа, сестринной, да для моей казны супротивного нет». Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи,
ни черных соболей сибирских, ни ожерелья буремицкого, ни венца самоцветного, ни туалета хрустального. А привези ты мне аленький цветочек, которого бы не было краше на белом свете. Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, да подлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковы слова. «Ну, задала ты мне работу потяжелее сестринных. Коли знаешь, что искать, то как не сыскать? А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше его на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи». И отпустил он дочерей своих хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку. Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным. Продают он свои товары втридорого, покупают чужие втридешево. Он меняет товар на товар и того сходней, за придачу серебра да золота. Золотой казной корабли нагружает, да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери, венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как в белый день. Отыскал заветный гостинец для своей средней дочери, туалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотря с него, девичья красота не стареет, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшей, любимой дочери, аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков, такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Да никто ему поруки не дает, что краше того цветка нет на белом свете. Да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим. И откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, бусурманские, турецкие да индийские. И, увидя беду неминучую, бросая честной купец свои караваны богатые со прислугой свою верную, и бежит в темные леса. Пусть где меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи, поганные, и доживать свой век в плену, во неволе. Бродит он по тому лесу дремучему, непроездному, непроходному, и что дальше идет, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а чистые кусты раздвигаются. Смотрит назад, руки не просунут, смотрит направо, пни до колоды, зайцу косому не проскочить. Смотрит налево, а и хуже того. Дивуется честной купец, думает, не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам все идет да идет. У него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего. Ровно около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь. Кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди будто зарево. И подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти, на верную смерть неминучую?» Поворотил он назад, нельзя идти, направо, налево нельзя идти, сунулся вперед, дорога торная. «Дай постою на одном месте, может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем». Вот и стал он дожидаться, да не тут-то было, зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится.
Думал он, думал и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится. И стало, почитай, как белый день. А не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую. И посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте, и в каменьях самоцветных. Весь горит и светит, а огня не видать, ровно солнышко красное, инда тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слыхивал. Ходит он на широкий двор, ворота широкие, растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Ходит он во дворец по лестнице, усланной кармазинным сукном, с перилами позолоченными. Вошел в горницу, нет никого, в другую, в третью, нет никого, в пятую, десятую, нет никого. А убранство везде царское, неслыханное и невиденное. Золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Дивится честной купец такому богатству несказанному. А вдвое того, что хозяина нет. Не только хозяина, и прислуги нет, а музыка играет не смолкаючи. И подумал он в те поры про себя. «Все хорошо, да есть нечего». И вырос перед ним стол, убранный, разубранный. В посуде золотой да серебряной явства стоят сахарные. И вина заморские, и питья медовые. Сел он за стол без сумления, напился, наелся досыта, потому что не ел целые сутки. Кушанье такое, что и сказать нельзя, того и гляди, что язык проглотишь. А он по лесам и пескам ходючий крепко проголодался. Встал он из-за стола, а поклониться некому, и сказать спасибо за хлеб, за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет неумолкаючи. Дивуется честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любуется, а сам думает, хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть. И видит, стоит перед ним кровать резная из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными. Пуховик на ней, как гора, лежит, пуху мягкого лебяжьего. Дивится купец такому чуду новому, новому и чудному. Ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный. И видит, что он тонок и мягок, будто шелковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет, будто издали. И подумал он, ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидеть. И заснул в ту же минуточку. Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих. И видел он дочерей своих старших, старшую и среднюю, что веселым они веселехоньки, а печально одна дочь младшая, любимая, что у старшей и средней дочери есть женихи богатые, и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе радостно и нерадостно. Стал он с кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды пьет в чашу хрустальную. Он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется. Чай и кофе на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись Богу, он накушался и стал он опять по палатам ходить, чтобы опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего.
Вот видит он в окна растворенные, что кругом дворца разведены сады диковинные, плодовитые, и цветы цветут красоты неписаной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, перилами позолоченными. Сходит прямо в зеленые сады. Гуляет он и любуется. На деревьях висят плоды спелые, румяные. Сами в рот так и просятся. Индоглядя на них, слюнки текут. Цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные. Птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные. Песни поют райские, фонтаны воды бьют высокие, и доглядеть на них вышину голова запрокидывается. И бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. Ходя, честной купец дивуется, на все такие диковинки глаза у него разбежались, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так много ли, мало ли времени, неведомо. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается. Подходит он к тому цветку. Запах от цветка по всему саду ровно струя бежит. Затряслись и руки, и ноги у купца. И возговорил он голосом радостным. «Вот аленький цветочек, какого нет краши на белом свете, о котором просила меня дочь меньшая, любимая». И проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту без всяких туч блеснула молния и ударил гром, индо земля зашаталась под ногами. И вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не человек, а так какое-то чудовище, страшное и мохнатое. И заревел он голосом диким. «Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? Я хранил его паче зеницы ока моего и всякий день утешался на него глядячи. А ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада. Я принял тебя, как дорогого гостя и званного. Накормил, напоил и спать уложил. А ты эдак-то заплатил за мое добро. Знай же свою участь горькую. Умереть тебе за свою вину смертью безвременную». И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило: «Умереть тебе смертью безвременную!» У честного купца от страха зуб на зуб не приходил. Он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды и земли лезут к нему сила нечистая и несметная, все страшилища безобразные. Он упал на колени перед набольшим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным: «Ох ты то есть, и господин честной, зверь лесной, чудо морское, как возвеличать тебя не знаю, не ведаю. Не погуби ты души моей христианской за мою придерзость безвинную. Не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери красавицы, хорошие и пригожие. Обещал я им по гостинцу привезть. Старшей дочери самоцветный венец, средней дочери туалет хрустальный, а меньшей дочери аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшей дочери гостинца отыскать не мог. Увидел я такой гостинец у тебя в саду, аленький цветочек, какого краше нет на белом свете. И подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым.
и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшей, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь». Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорил купцу зверь лесной чудо морское. «Не надо мне твоей золотой казны, мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетную, подарю цветочек аленький. Коли дашь ты мне слово честное, купецкое, и запись своей руки, что пришлешь за место себя одной из дочерей своих хороших, пригожих, я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища». Так и упал купец на сырую землю, горючими слезами обливается, а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом. Больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорил он голосом жалобным. «Господин честной, зверь лесной, чудо морское, а и как мне быть, коли дочери мои хорошие и пригожие по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги, да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать? Я ехал к тебе ровно 2 года, а по каким местам, по каким путям я не ведаю». Возговорил купцу зверь лесной чудо морское. «Не хочу я невольницы, пусть придет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением. А коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне, не твоя беда. Дам я тебе перстень с руки моей. Кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, воединое око мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть 3 дня и 3 ночи». Думал, думал купец думу крепкую и придумал так. «Лучше мне с дочерьми повидаться, дать им свое родительское благословение. А коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу крестьянскому и воротиться к лесному зверю чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал. Видя его правду, он и записи с него заручной не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу. И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора. В ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме и шум, и гвалт, повскакали дочери из опаек своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки шелковые. Почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и 2 старшие сестры любезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен, и что есть у него на сердце печаль потаенная. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он своего богатства великого. Меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю: «Мне богатства твои не надобны, богатство – дело наживное. Открой ты мне свое горе сердешное». И возговорил тогда честной купец своим дочерям, родимым, хорошим и пригожим: «Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое, в четверо. А есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселиться». Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные,
Достал он старшей дочери золотой венец, золото аравийского. На огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными. Достает гостинец средней дочери, туалет хрусталю восточного. Достает гостинец меньшей дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшей дочери от радости рехнулися, унесли свои гостиницы в терема высокие, и там на просторе и медосыта потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась и заплакала, точно в сердце ее что-то ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи: «Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете». Взяла дочь меньшая цветочек аленький, ровно нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели они все за столы дубовые, за скатерти бранные, за явства сахарные, за пития медвянные. Стали есть, пить, прохолаждиться, ласковыми речами утешатися. Вечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнёхонек дорогих гостей, сродников, угодников, прихлебателей. До полуночи беседа продолжалася, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал. И откуда что бралось, не мог догадаться он. Да и все там удивовались, и посуды золотой-серебряной, и кушаньи диковинных, каких никогда в дому не видывали. За утро позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она его избавить от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому. Старшая дочь наотрез отказалась и говорит: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек». Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю, рассказал ей все, что с ним приключилось, все от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому. Средняя дочь наотрез отказалась и говорит: «Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек». Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей рассказывать все от слова до слова. И не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала: «Благослови меня, государь мой батюшка родимый, я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручать тебя». Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь любимую и говорит ей таковы слова: «Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и в приволье великом. Да где тот дворец, никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не видяючи, ласковых речей твоих не слыхаючи? Расстаюсь я с тобой навеки вечные, ровно тебя живую в землю хороню». И возговорит отцу дочь меньшая любимая: «Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый. Житье мое будет богатое, привольное, зверя лесного, чуда морского я не испугаюсь, буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую, может, Бог даст, я и вернусь к тебе».
Плачет, рыдая, честной купец, таковыми речами не утешается. Прибегают сестры старшие, большая и средняя, подняли плач по всему дому. Вишь, больно им жалко меньшей сестры, любимой. А меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает, и в дальний путь неведомый собирается. И берет с собой цветочек аленький во кувшине позолоченном. Прошел третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшою, любимою. Он целует, милует ее, горючими слезами обливается и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского из ларца кованого. Надевает перстень на правый мизинец меньшой, любимой дочери, и не стало ее в ту же минуту со всеми ее пожитками. Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких каменных, на кровати из резного золота с ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой. Ровно она и с моста не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать, да и проснулась. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала. Стала она со постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленых малахита медного. И что в той палате много добра и скарба всякого. Есть на чем посидеть, полежать, есть во что переодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченная, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная. И подумала она: «Должно быть, это моя опочивальня». Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие. И ходила она немало времени, на все диковинки любуючись. Одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками, и ровно перед ней преклонились. Выше забили фонтаны воды, и громче зашумели ключи родниковые. И нашла она то место высокое, пригорок муравчатый, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченного и хотела посадить на место прежнее. Но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего. Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному, и пошла назад в палаты свои дворцовые. И в одной из них стоял стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной чудо морское на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостливый». Как на белой мраморной стене появились словеса огненные: «Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и все, что тебе пожелается, все, что тебе на ум придется, исполнять я буду с охотою». Прочитала она словеса огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда и не было там. И вспала ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, и как видит она, перед ней бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным: «Не плачьте обо мне, не горюйте. Я живу во дворце у зверя лесного, чуда морского, как королевишна. Самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словесами огненными.
и знает он все, что у меня на мысли, и в ту же минуту все исполняет. И не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей». Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук ее, из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего. На столе явились явства сахарные, питья медвянные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонько, хотя сроду не обедала одна денешенька. Ела она, пила, прохлаждалась, музыкою забавлялась. После обеда, накушавшись, она почевать легла. Заиграла музыка потише и подальше, по той причине, чтоб ей спать не мешать. После сна встала она веселёшенько и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялись, а спелые плоды, груши, персики и наливные яблочки сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие, и видит она, стол накрыт, и на столе явства стоят сахарные и питья медвянные, и все отменные. После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные. «Довольна ли, госпожа моя, своими садами и палатами, угощением и прислугою?» И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная. «Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостливый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за все твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете. То и как же мне довольною не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду, только боюсь я почивать одна. Во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой». Появились на стене словеса огненные. «Не бойся, моя госпожа прекрасная, не будешь ты почивать одна. Дожидается тебя твоя девушка сенная, верная и любимая, и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не слышишь, и все они вместе со мной берегут тебя и день, и ночь. Не дадим мы тебя ветру венути, не дадим и пылинке сесть». И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит, стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая. И стоит она чуть от страха жива, и обрадовалась она госпоже своей, и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей так же рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестрицу своих старших и про всю свою прислугу девичью. После того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилось. Так и не спали они до белой зари. Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать. Всякий день угощения и веселья новые, отменные. Катанье, гулянье с музыкой на колесницу без коней и упряжи по темным лесам. А те леса перед ней расступались и дорогу давали ей широкую-широкую и гладкую. И стала она рукоделиями заниматься, рукоделиями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом. Стала посылать подарки батюшке родимому, а и сама богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю чуду морскому. А и стала она день ото дня чаще ходить в залу беломраморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостливому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными.
Мало ли, много ли тому времени прошло. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь купецкая, красавица писаная. Ничему она уже не дивуется, ничего не пугается. Служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостливо день ото дня. И видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей, и что любит он ее пуще самого себя. И захотелось ей его голоса послушать, захотелось с ним разговор провести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных. Стала она его о том молить и просить. Дозверь лесной чудо морское не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается. Упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть. И написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными: «Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: говори со мной, мой верный раб». И мало спустя времечко побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, в сады зеленые, входила в беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и садилась на скамью парчевую, и говорит она задыхающейся. Бьется сердечко у нее, как у пташки пойманной, говорит таковы слова: «Не бойся ты, господин мой, добрый, ласковый, испугать меня своим голосом. После всех твоих милостей не убоюсь я и рева звериного. Говори со мной, не опасаючись». И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою. И раздался голос страшный, дикий, язычный, хриплый и сиплый. Да и то говорил он еще в полголоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услыхав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалась, не показала. И скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные, стала слушать она. И заслушалась, и стала у нее на сердце радостно. С той поры, с того времечка, пошли у них разговоры, почитай целый день во зеленом саду, на гуляниях, во темных лесах на катаниях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная: «Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?» Отвечает лесной зверь чудо морское: «Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг». И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет. Прошло мало ли, много ли времени, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и умолять. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается. Да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Не только люди, звери дикие его завсегда устрашались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной чудо морское таковы слова: «Не проси, не моли ты меня, госпожа моя прекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. Голосом моему привыкла ты, мы живем с тобой в дружбе, согласии, друг с другом. Почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, и увидя меня страшного и противного, возненавидишь ты меня несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски». Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается,
и что не разлюбит она своего господина милостливого, и говорит ему таковые слова: «Если ты стар человек, будь мне дедушка, ели середович, будь мне дядюшка, если же молод ты, будь мне названный брат, и поколь я жива, будь мне сердечный друг». Долго-долго лесной зверь, чудо морское, не подавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таково слово: «Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя. Исполню я твое желание, хоть знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: покажись, неверный друг, и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невмоготу тебе больше у меня оставаться, не хочу я твоей неволи и муки вечной. Ты найдешь в опочивальне своей у себя под подушкою мой золотой перстень. Надень его на правый мизинец, и очутишься ты у батюшки родимого, и ничего обо мне николи не услышишь». Не убоялась, не устрашилась, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица писаная. В те поры, ни мешкая ни минуточку, пошла она во зеленый сад дожидаться часу урочного. И когда пришли сумерки серые, опустилась за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг». И показался ей издали зверь лесной, чудо морское. Он прошел только поперек дороги и пропал в чистых кустах. И не взвидела свет молодая дочь купецкая, красавица писаная, сплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да, и страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие, верблюжие. Весь мохнатый отверху донизу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные. Полежавши долго ли мало ли времени, опамятовалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит, плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается, и говорит голосом жалостливым: «Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица распрекрасного, не захочешь ты меня даже слышать, и пришло мне умереть смертью безвременную». И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим, и со своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым: «Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей, и покажись мне теперь же в своем виде давешном, я только впервые испугалась». Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшном, противном, безобразном. Только близко подойти к ней не осмеливался, сколько она ни звала его. Гуляли они до ночи темной и вели беседы прежние, ласковые и разумные. И не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидела она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного. И хотя сначала, разглядя его, испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего. День-деньской, почитай, не разлучались, за обедом и ужином явствами сахарными насыщались, питьями медвянными прохлаждались, гуляли по зеленым садам, без коней катались по темным лесам. И прошло тому немало времени, скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделась во сне молодой купецкой дочери, красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит, и напала на нее тоска неусыпная,
и увидал ее в той тоске и слезах звери лесной, чудо морское. И сильно закручинился, и стал спрашивать, отчего она во тоске, во слезах. Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной, чудо морское. «И зачем тебе мое позволение? Золот, перстень мой у тебя лежит. Надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе, коли ты ровно через 3 дня и 3 ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я той же минутою, по той же причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу». Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за 1 час до 3 дней и 3 ночей воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостливым, надела на правый мизинец золот, перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных, набежала к ней прислуга и челядь дворовая, подняли шум и крик, прибежали сестрицы любезные, и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому, королевскому. Подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому. А батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен. День и ночь ее воспоминаючи, горючими слезами обливаючись, и не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому. Долго они целовались, миловались, ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрицам старшим, любезным, про свое житье-бытье у зверя лесного, чудо морского, все от слова до слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского. Сам он, об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сестрам же старшим, слушая про богатство несметной меньшей сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, инда завистно стала. День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка. А на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтобы не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть околеет, туда и дорога ему!» И прогневалась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова: «Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную, заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание». И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие. И было положено, чтобы до срока ровно за 1 час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое и недоброе. Взяли они, да все часы в доме целом 1 час назад поставили. И не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая. И когда пришел настоящий 1 час, стал у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее. И смотрит она, то и дело на часы отцовские, аглицкие, немецкие, а все равно ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том, о сём расспрашивают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело, простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, со прислугой верною, челядью дворовой,
и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чуда морского. И, дивуючись, что он не встречает ее, закричала она громким голосом: «Где же ты, мой добрый господин, мой верный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного, целым часом, со минуточкой». Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мертвая. В зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка в палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной. Почуяла она нечто недоброе, обежала на палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина, доброго. Нет нигде ни ответа, ни привета, и никакого гласа послушания. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький. И видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидаючись, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихонечку дочь купецкая, красавица писаная. Он не слышит. Принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит. Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые. Пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истошным голосом: «Ты встань, пробудись, мой сердечный друг! Я люблю тебя, как жениха желанного!» И только таковы слова она вымолвила, как заблестели молнии со всех сторон, затрясла земля от грома великого, ударила громовая стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти, не ведаю. Только очнувшись, видит она себя в палате высокой, беломраморной. Сидит она на золотом престоле с окаменьями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец писаный, на голове с короною царской, в одежде златокованной. Перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорил к ней молодой принц, красавец писаный, на голове с короной царской: «Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе. Полюби же меня теперь в образе человеческом, будь мою невестою желанную». Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня еще малолетнего и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, обратила меня в чудовище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таком виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари Божией, пока найдется красная девица, какого бы роду и звания ни была она, и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женой законной. И тогда колдовство все покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таковым страшилищем и пугалом ровно 30 лет, и залучал я в мой дворец заколдованный 11 девиц красных, ты была 12-я. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную. И будешь ты за это женою короля славного, королевою в царстве могучем». Тогда все тому подивились, свита до земли поклонилась. Честной купец дал свое благословение дочери меньшой любимой и молодому принцу королевичу.
И поздравили жениха с невестой сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные. И немало немедля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама там была, пиво-мед пила, по усам текло, да в рот не попало.